Этом я Sky и давно уже не снимал распаковки посылок с Алиэкспресс, потому что я ничего не заказывал и ничего не покупал. Ну, только сейчас купил очень много товаров. Короче, ладно, я не знаю, что тут, но кажется, тут футболка и пара мини-фигурок. Так, ладно, давайте открывать. Я правда не знаю, что тут, но по ощущениям тут вроде две посылки. Или три. Ну да, лол, смотрите. Так. Что тут у нас? А, ну да, две посылки. Так. Эта посылка какая-то очень... А, лол. Ну да, тут футболка. Давайте чекнем футболку. Вот. Это та футболка, которую я очень долго ждал. Ну, сильно долго, но... Короче, очень сильно хотел. Так, посылочка. Да? Короче, это тетрадь смерти. Типа, вот эти рюк. Боже мой, какая она топовая. Так. Я специально прям заказал очень огромный размер. Я люблю огромные размеры. Вот. Ну, прикольная футболочка. Так. Вау. Ну, сейчас тут не видно, конечно. Но я ее сейчас одену. Все такое и покажу вам. Вот футболка. Размер Элика. Вот, мне нравится. Крутая футболка. Реальная футболка. Давайте посмотрим на мини-фигурку. Вроде как тут мини-фигурка. Так. Ну я довольно много мини-фигурок заказал. Так. Тут у нас... Совпадение, смотрите, рюк. Лол. А, ну и... Это уже такое, знаете. Угу. Так. Это рюк у нас. Тетради смерти. Я тоже очень долго его ждал. Блин, опять очень долго. Не долго, а больше всего ждал. Вот. Блин. Прикольный, кстати. Вот его лицо. Ну, нормальное лицо. Вот. Хотелось бы, чтобы у него глаза смотрели просто, типа, прямо, а не вбок. Ну, ладно. Так. Ну, волосы прикольно смотрятся. Такая подставка. У него есть яблоко красное. Я думал, что его не будет, но ладно. У меня и так красных яблок очень много, поэтому я думал ему дать. Ну, уже не надо. Так. Вот. И жаль, конечно, нету Лайта и этого Элла в Лего-версии. Ну, может есть, но я не видел. Блин, что такие руки такие? Боже мой. О, так, ну и яблочко. Блин, совпадение. У меня футболка с тетрадью смерти. И этот. Вот такая фигурка. Блин, прикольная. Я думал, она будет плохо прокрашена, но нормально, в принципе. Что-то волосы немного не так смотрятся, как хотелось бы, ну ладно. Хотя, нормально. Чё? Вот. Жаль, очень жаль, что у него нету этих крыльев. Очень хотелось бы эти крылья получить. Может, отдельно закажу, не знаю. Но жаль, что их нету. Вот, ну и... Такая прям интересненькая фигурочка у нас. Так. Это у нас вот такая девка. Так, сразу прикроем. А то у нас тут дети смотрят. Ладно. Так. Ой, блин. А, нет, я прицепил, нормально. Блин, что-то слишком туговато вставляются руки. Блин, чё так туго? Ладно, давайте я её соберу, а то неудобно. Ну вот, короче, такая фигурка. Я не знаю почему, но я очень рад этой посылке. Особенно рюку и футболке. Вот, ну эту девку я по фану заказал. Вот такая вот. Принты у неё аккуратные, в принципе. Этих девок очень много продается, но... Мне понравился такой вариант. Я даже не знал, что у неё такая будет, этот... грудь.
Ну, прикольно, короче, да. Блин, что-то волосы сложно снять потом. Ладно, уже не буду снимать. Вы и так увидели, что там. Вот. Принты, да, ровные. Сзади тоже. Прокрашено, в принципе, окна. Вот тут вот колготки вот эти вот, или что это, не продолжаются, просто вот это вот, блин, плохо. Ну ладно, уже. Вот такие вот посылочки. Три посылки. Ну, можно сказать, что две, но тут две мини-фигурки, поэтому три. Ну, еще футболка там. Короче, вы поняли. Ну ладно, всем пока, с вами был Скай, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, всем пока.